Желание помочь бывает наказуемо. Сотрудники УФСИН в ходе досмотра личных вещей жительницы региона, прибывшей на длительное свидание к осужденному исправительной колонии строгого режима номер 4 в Кинешме, обнаружили запрещенные предметы. Две сим-карты были найдены в губке для обувного крема. Напомним, у заключенных не должно быть средств связи. Теперь судьбу женщины решит мировой суд. Сердобольной родственнице осужденного по кодексу административных правонарушений может грозить штраф в размере до 3000 рублей.